Добро пожаловать в игру Spells of Gold. Мы продолжаем наши приключения и прохождение пути самого классного, самого крутого, самого избранного торговца. Мы отказались от других путей, кстати, интересно. Да, все пропало. Видишь, все, я отказался, уже никуда я не могу идти. Теперь я собираю карту Этернела, и нас, знаешь, куда послали? Правильно, в мир Вэйон. Мир Вэйон, самый первый мир, самый наш родненький, самый прекрасный и самый отвратительный, потому что они до сих пор меня ничему не научили там, в магической школе. Спасибо. Я так понимаю, что мы собираем сейчас 3 карты, платим деньги. Ну, 3 это уже не 8 частей, или сколько там, не 5. Составной лук, что это такое? Не могу даже посмотреть. Да убери ты эту херню. Я сказал, выкини все. Прикольно. 60. Ну, что-то маленький такой урон-то. Но с луком прикольно. Вот если бы я была воином, я бы, наверное, сходила с луком. По-моему, с ним весело. Итак, идем в первый мир. Ра-ра-ра. Ой, скелет здесь завелись-то, господи. Можно пойти навстречу выпускников к нашему первому учителю, но он наверняка нам обрадуется. Ой, летят, смотри как. Так, здрасте, оп. Ля-ля. Ой, стрелял в этого, убил дальнего, как обычно. Все интересно, замечательно, чудесно. Итак, выход на карту мира. Я пойду, знаете, к кому? К своему... А, слушай, он же меня не обрадуется-то. Я же свернул с пути-то темного. Ой. Ну, неважно. Здрасте, я пришел. Вот эти миры так клак, их надо открывать в самом начале. Ну, или хотя бы... Ой, а что это у тебя за мужики-то тут опять? Я не понимаю. Он себе, короче, понабрал каких-то людей зачем-то. Нафиг они ему нужны? Это новые ученики, видимо. Он во мне разочаровался. Но они и до этого, помнишь, были мы их... Это глюк, короче, какой-то. Ладно. Это ты! Приветствую тебя, мой бывший ученик скромной обители. Я надеюсь, хаос благосклонен к тебе. Благодарю, бывший учитель. Мне все хорошо. Ну, в общем, это все, что мы можем. Это знаешь что? Это помнишь, мы когда шли по серому пути, мы искали какого-то там безумного ученого. И, в общем, вот эта вот вся орава, она почему-то приперлась вся сюда вместе с ним. Да, это забавно вообще. Короче, так что-то не должно быть. Но ничего страшного, все работает. Давай тогда идем в мир Таклак. Вообще, меня Возгород-то волнует. Ну, я думаю, ты понимаешь, почему, да? По какому вопросу я волнуюсь. Меня разбирает любопытство. И возмущение. Я, между прочим, тут родился, вырос. Я тут со всеми по-братски вообще общаюсь и... Блин. Как они могут скрывать от меня знания? Ой. Это нечестно, как минимум. Ну, согласись, это просто возмутительно. Да бери свои 10 золотых, господи, еще напали на меня. Так, учитель Риндри, алло. Но... Ура! И что? Все, что ли? Вот ради этого я так долго ждал этого. 3-е заклинание порядка. Шар Балаора. Что за бред? В смысле? Я только сейчас могу выучить шар Балаора, и по этой причине я не смог... Что за херь-то вы, дураки, что ли, совсем? Ну, вообще, все, давай. Трубка. Да и блин, мы же от нее отказались-то уже давно. Алло. Карта. Как ты сказал, карта Этерниэла? Я не знаю, что такое Этерниэл, но я помню, как один человек что-то говорил мне о какой-то древней карте. Его зовут Гумбар Добрый, а живет он в городе Зир. Спасибо. Спасибо и до свидания. Ну давай чем-то торганем там, что там нужно. Яблоки, столярный инструмент. Пиво, мясо. Мы пивко туда возили, а здесь нету пивка. Здесь всякая хрень. В виде вина. Ну мы что? А мы что-то застряли там, слушай.
Давай сохраняться периодически. А то сейчас что-нибудь удалится и будет беда. Да чего? Где мой герой-то? Совсем что-то плохо мне. Не могу ходить. Потому что они перекрыли дороги. Видишь, в чем проблема? Это жердяй этот стал, блин, отъелся там к 13 уровню. Вали отсюда. Что за бред вообще? Спасибо. Спасибо, что есть. Вино что-то какое-то дорогое. Ничего мне не интересно, твой хлам. Ухожу я. Слушай, ну вот этот, он меня обидел. Учитель-то. Скрывал от меня знания. Ты к 16 уровню шар Балаора. Что за бред? Может, он какой-нибудь сильный, вот этот шар? Он же говно полное. Я тебе отвечаю, говно. Ну, подожди, где он там-то был-то? Шар Балаора. Да нахер он нам нужен, этот шар Балаора? А мы его еще и нигде учить не могли и расстраивались. Придурки. Вот мне к 16 уровню только шар Балаора какой-нибудь учить. Видите, какой я классный, мне еще шар ваш этот идиотский нужен, думаете, да? К 16 уровню, то есть на 15 он мне не открывал, я проверяла, честно, эти. Ох, ты классно, как смотри. Прикольно, 524 урона. Офигеть. Элезии, рыцарская была. Ой, мне понравилось. Мне очень нравится, очень классно. Так, это выкидываем, это тоже. Блин, прикольное снаряжение у воинов, да? Кольчуга, ботинки красивые, всякие топоры. А для мага ничего не нарисовали, даже капюшон. Ну ладно, они где-то там ходят. На обратном пути сразимся. 15 золотых, успокойся, вот деньги. Бумбар добрый, это где-то вот здесь, нет. А где? Вот здесь. Отлично, постоялый двор, можно еще переночевать. Правда, я привык к более роскошным условиям, чем в вашем в Ионе. Ты хотел меня видеть, и что? Есть ли у меня карты? Карты нет. Есть один древний обрывок какой-то карты. Это, без сомнения, очень дорогая карта, так что, если хочешь получить его, тебе придется заплатить. Сколько ты хочешь? Приятно иметь сохранить. С тобой дело с таким прямым человеком, как ты, тебе эта карта обойдется в 150 монет совсем недорого. Ты считаешь, что это недорого? Ну хорошо, ты в смысле? Давай поторгуемся-то, блин. Ты сразу мне понравился, парень. Вот этот клочок, в смысле, этот бесценный обрывок. Слушай, может, тебе еще что-то нужно? У меня тут полно всякой рухляди и всяких различных древних вещей. Нет, мне больше ничего не нужно, спасибо за карту. Значит, ничего не нужно, я просто так, просто, ай, чё мне так маман-то, просто так вот сходу вот отдал ему деньги, я даже не спросил и не поднажал его, и, ну, блин, мы уже как бы бывалые, мы прошли темным путем, чё так это, темным путем мы уже все знаем, это вот всю эту систему. Короче, ну, 3-4 миллиона понадобится сейчас вот. Это все, вот эти путешествия, эти великолепные. Ну все, вот, сходили, блин, да, домой. Вообще никакого... Ой, блин. Никаких положительных эмоций, одно разочарование. Так, Селиндиен, это где-то внизу. Было тут. Вот тут. Так, давай выберем какой-нибудь красивый город. Вот здесь есть магическая школа. Вот сюда и пойдем. Из гильдии белых магов. Не, пойдем в школу сходим. Здесь тоже был дорогой город. Тоже он меня ничего не учил. До определенного уровня. Можно посмотреть, что там. Но нам нужен мир Тарсен, чтобы хаос изучать. Я тебе отвечаю. Прям точно совершенно. Ну, если мы, конечно, хотим его изучать. Нас, в принципе, и так устраивает. Но можно посмотреть вообще, что там хаос, как он научился чему-то. Ну-ка, давай. Ой, ну нет, это долго вообще. Нет, 100 лет. Скелет-то вон как быстро бегает, а этот хаос заряжается. Ой, что-то не то, блин. Ты что мне испортил-то заклинание? Нафига он мне по сторонам-то? Нет, ну это что такое? Это обман. Так, давай что-нибудь другое. Как так получилось-то? Гнев, хаос, он тоже по сторонам. Дыхание, ну-ка, дыхание давай сейчас потестируем.
Но очень быстро мана убегает. Да нет, это тоже не очень. Фигня всякая, короче. Так, мана заканчивается, извините. Спасибо. Что-то мне хаос не понравился. Нафига он не сделали тоже-то по сторонам? Так, заходим в школу магии. Здрасте, здрасте. Концентрация, портал, сила земли. Ну, всякая ерунда, которую я не могу ничего выучить. Это надо ходить, искать школы или вообще вот это все скоренить и смотреть, записывать. Ладно, карта Этерниэла. Нет, боюсь, я ничего об этом не знаю. Попробуй спросить в городе Сагалидум у человека по имени Улибер Лавочник. Мне помнится, он что-то рассказывал о каком-то клочке. Попробуй его навестить. Спасибо, до свидания, пока не... Ладно, есть поспать где-нибудь? Нет, наверное, здесь ничего нет. Хорошо, ладно, ухожу. Ухожу в город к какому-то лавочнику там. Так, куда он меня там отправил? Вот сюда, по-моему. Ой, здесь гильдия белых магов, это очень хорошо. Как раз подучимся чему-нибудь там мудрому, да? Ой, снадобье маны, стой, наконец-то. Так, амулетики. Амулетики надо тоже опознавать, продавать, выкидывать. Двуручный рыцарский. Ну, может, что-то такое видели. Красиво, красиво. Мне нравится. Вообще отлично, супер. Супер классно. Стой, странник, ты должен заплатить, либо проваливай. На, вот, держи, подавись с вами 85 золотыми, и все, пошел я к Улиберу лавочнику я. В общем, иду я. Так, мне сказали, что у тебя есть одна древняя карта, вернее, обрывок. Это правда? В чем дело? Древняя карта? Да, где-то у меня валялся клочок. К сожалению, я не могу сейчас тратить время на поиски. У меня и без того... мало времени. Эх, беда. Беда? А в чем, собственно, дело? Разбойники. Я как-то поссорился с одним типом, а он оказался связан с бандой местных головорезов. Теперь они грозятся убить меня. Не знаю, постараюсь уехать отсюда, если смогу. Так что сам видишь, мне сейчас не до какого-то старого клочка. Ну, послушай, а если я разберусь с этими разбойниками, может, ты отдашь мне этот клочок? Ты? Разберешься с ними? Если ты сделаешь, я не только отдам тебе карту, но еще и заплачу тебе. Я расскажу тебе, где у них тайное место. Они все там. Только имей в виду, уничтожить нужно всех. До единого. Я не хочу потом неприятностей. Не волнуйся, они все получат по заслугам. Я пошел. Я люблю всякие разборки. Короче, отлично, еще и заплатят. Это что-то новенькое. Это у нас обычно такое не бывает. Обычно с нас еще и берут деньги при этом, еще и посылают потом грубо и некрасиво нас. В общем, вы помните сами, как это было, да? Не стоит рассказывать. Так, мне же хорошая постелька. Месяцок я посплю, надеюсь, за месяц моего лавочника не убьют, а если убьют, то я тогда сам оброю его лавку и найду все, что мне нужно. Пошел я убивать разбойников всех до единого. Интересно, там дофига, что ли? Господи, обиделись на какого-то лавочника, тоже мне такая чушь. Ой. Так, здесь это дань собирают. Еще, смотри, как уворачиваются, вот даю. Странно, что здесь нет никаких магов. Было бы прикольно, если бы здесь тоже были маги, которые там
атакуют магическими заклинаниями, и такое впечатление, что здесь вообще это как-то не очень не магия. Не для магии игра. Итак, куда же идти? Куда же идти? 10 дней. 10 дней. Вообще еще можно было прокачивать порталы, географию, но мы в последнее время даже не тратили. Ух ты! Что, прям без разговоров просто нападаем? А, нет, нападаем, смотри. Чего такая важная персона делает в наших краях? Ага, ты пришел нас уничтожить, но ты выбрал неудачный день для шуток. Готовься к смерти. Ну, посмотрим. Ой. Так, подождите. Так. Господи, откуда они там лезут? Что у них тут за гноми? Норы. Прям целый данж. Так. Все, что ли? Точно все, ну-ка посмотрите по сторонам. Но музыка-то играет, подсказывает мне, ну мало ли. А то они лавочника моего убьют, а я буду виноват. Ну хоть бы им домик тут построили, да? Че они тут, в кустах что ли живут? Хорошо, иду я обратно. За колочком своей бумаги. Это будет уже вторая часть, и нам предстоит найти последний кусок. И будет карта. Так, опять я забираю с ней деньги. Ну, что должен был запомнить меня в лицо, тупинь. Фейс-контроль у вас никакущий. Итак, ты вернулся. Ну как, негодяи мертвы? О, слава богам, спасибо тебе огромное. Буду молиться за тебя, милосердный Желий. И вот, возьми карту, о которой ты так просил, еще. Нет, не отказывайся, это 50 000 золотых. Да принесут тебе боги удачи, куда бы ни вел твой путь. Спасибо, добрый человек. Это здорово, в нашей практике еще такого не встречалось. Обычно с нас сдирают деньги, а потом... требуют что-то, а потом еще шлют красивыми нас прекрасными словами в различные места. Ну, в этот раз, вот тот мужик, он свою жизнь, видимо, все-таки ценит, и он оказался более благодарным, чем остальные наши, бизнес-партнеры, давай так. В общем, всем нужны деньги. А что будет следующим испытанием? Как бы деньги мы заплатили, разбойников убили. Что же ждет нас в мире рак? Где он тут был? Вот он. Вот он. Ой, сколько скелетов. Можно зайти в мир Тарсен, но он немножко расстроил. Ну что ж там так... этот кулак хаоса, он работает не так, как я предполагал. Но мне кажется, вся магия вот высшего порядка, она будет примерно таким образом работать. Но, может быть, если бы она тратила еще поменьше маны, было бы это более выгодно. Давай выберем какой-нибудь красивый город. Вот я думаю, вот где гильдия наемников и темных магов, нам точно надо туда. Мы как раз можем чему-нибудь научиться. Болема, но она страшная. Да. Итак, подхожу к каменной крепости. Стража, встречайте, я великий герой пути избранного. Вот в гильдию наемников сразу и заходим. Добро пожаловать, ученик. Все отлично. Заплачиваю пошлины, получаю услуги. Все супер прекрасно, замечательно. Смотри, какие красивые здесь дома. Мне больше всего нравится вот такой каменный город. Очень красивый. Очень красивый. К сожалению, мы мало путешествовали по таким местам. В основном по всяким таким арабским... У нас было городкам, там не очень симпатично, мне кажется, обстановка. А вот здесь вот каменные вот эти такие классические места, очень прикольные. Так, а мы что-то ничего не узнали, давай у лавочника спросим.
Здрасте, карты и Тернеела. Если хочешь узнать по карты, иди в город Шата. Там живет некто Грахей Ушлый. Он славится как знаток древних карт. Спасибо тебе за подсказку. Добрый человек. Таверна. Переночуем, я думаю. Надо было сразу туда идти. В отличной, прекрасной спаленьке поспим. И пойдем в мир Шата. Не забываем сохраняться, а то мало ли что. Ой. Прямо у входа встречают. Видишь, как меня везде ждут здесь. До скорых встреч! Так, что в этом Шата? Вот здесь бы... Да фигня всякая. Ладно, давно мы не были в этом мире Рагх. Потому что здесь ничего интересного нет. 50 золотых, успокойся, вот твои деньги. Как он там сказал? Как ты его назвал? Вот, нет. Вот, ушлый в корчме засел. Ну, понятно. Где еще ушлому сидеть-то? И чего ты хотел от меня? Мне сказали, что ты знаешь все про различные карты. А может, ты знаешь еще и о карте Тернеела? О, юношу интересует карта Тернеела, вернее, та часть, которая есть у меня. И что она действительно тебе нужна? Это древняя, непонятно для чего созданная карта. Ну да, я очень бы хотел ее получить. Ну что же, говорят, люди должны помогать друг другу, так? Я помогу, если ты поможешь мне. Ой, я, кажется, догадываюсь, о чем идет речь. Ну, сколько ты хочешь? Сколько? Нет, речь совсем не о деньгах, друг мой. Видишь ли, на меня пало проклятие. Точнее, на меня наложили проклятие. Один колдун, трясучка его подери. Мы просто поспорили. Я не верил, что он действительно что-то может. А оказалось, что я был неправ. Кошмары ночью, видения днем, и я не могу нормально жить. А что же ты от меня хочешь, чтобы я его убил? Да нет. Просто он не хочет снимать бесплатно проклятие. А я не хочу тратить свои деньги. Договорись с ним. Как только я почувствую, что проклятие снято, я отдам тебе свою часть карты. Колдуна ты найдешь в городе Хик. Ну что скажешь, по рукам? Ну, по рукам. Интересно, какое-то проклятие. Ну, в общем, надо заплатить колдуну, я так понимаю. Хотя мы могли бы заплатить этому мужику, но он просто не хочет сам лично платить колдуну, поэтому он отправляет платить нас ему. Но это на самом деле такой бред, ведь колдун все равно узнает, что как бы подослал его тот, и он все равно как бы отдал ему деньги. Ну, короче, ему не хочется просто тратить 4 дня в город Хик, вот и он послал нас. Причем еще 4 дня надо будет идти обратно. Хитрожопенький, понял? Хитрожопенький этот ушлый. Правильно его так и назвали. Да, есть ушлый. Ушлый сам... Ася колдун сейчас запросит. Сколько он может запросить, я даже не знаю. Но это прикольно, это интересно. Что-то новая солдатская каска, ну-ка. Нет, плохое. Ты куда пошел-то, тварь? Заблудился, что ли? Может, он убегал, а я его догнал? Ужас. Ладно, заходим в город... Как там зовут колдуна-то? Мне просто интересно, кем он работает. В магической школе он? Нет, это не то, не канцлер. Блин, я потерялся. Черт, забыл. Колдуна, которого такого никак не зовут. А, вот он ходит. Ой, здрасте. Интересует заклинание? Могу навести порчу на скот, могу заговаривать больные зубы, мои наговоры лучшие в мире. Нет, меня не... А почему не интересует? Может, он бы смог меня чему-то научить? В общем, меня прислал Грахей Ушлый. Ха-ха, тот невежка, который сомнился в моих способностях. Ха-ха-ха, ну и что он себя... Как он себя чувствует-то? Он что, верит, что я чародей-то? Конечно, верит, ты его убедила. А слушай, ты не мог бы снять свое проклятие с бедняги?
Ну, видишь ли, ты наверняка не сведущ в магии. Снять проклятие — это очень сложный процесс. Требуется баланс переоснов, канал силы. Это направляющий, в общем, короче, нужны деньги. Я уверен, наверняка есть что-то, ради чего ты согласился бы потрудиться. Ну, я всю жизнь хотел приобрести символ высшего магического могущества. Это кольцо, которое носит самые влиятельные маги. Древнее кольцо мага. Слушай, у меня есть такое. Блин, слушай, я его кольцо ему отдам свою. Ты слышала о таком? А где его можно найти? Ищи где хочешь. Мне не важно, откуда у тебя кольцо. Главное, чтобы оно было у меня. Я предполагаю, что у лучших в лакотрении алхимиков время от времени появляются такие кольца. Хорошо, договорились, давай, вот, держи кольцо, оно у меня есть. Это то самое кольцо, восхитительно, спасибо тебе, я сегодня же сниму чары, прощай. Короче, лежились мы колечко, очень хорошего, придется поискать его и теперь купить, но я думаю, это лучше, чем ходить искать, покупать новое, потому что оно встречалось очень-очень редко у нас. Самое интересное, здесь, по-моему, даже алхимика-то нет. У меня тоже здесь куча барахла. А вот это и должен сказать, не ожидал, что ты уговоришь того колдуна снять с меня чары. Ты молодец, прими мою искреннюю благодарность и признательность до конца дней моих. Отныне это самый дорогой друг для меня и для моей семьи, и всегда рад видеть тебя, удачи тебе. Ну, а как же карты Этерниэла? Какая карта? Я обещал тебе карту? Ах, блински. Ну ладно, раз обещал, держи. Ты шушлый точно, вон. Мало ли того, что... Ой, я, ты желанный друг, ла-ла-ла, такой ты хорошенький. Ой, карту я тебе должен, еще и равнодушный я к тебе. Ну, это классно вообще. 50 ман, между прочим, дает это колечко. Ну, вообще, действительно, это интересно, потому что это не нужно искать просто эти деньги. Это надо действительно походить, поискать это колечко. Вот, но мне кажется, что у алхимиков... Помнишь, когда мы тоже должны были купить какой-то амулет, он везде был. И сейчас, я думаю, тоже был высок шанс его найти, может быть, стоило походить. Ну ладно, короче, мы купим, ничего страшного. Вот, на сегодняшняя наша серия заканчивается. У нас с вами три куска карты, и мы возвращаемся к наставнику пути избранного следующей серии. И будем проходить наш путь. Дальше плейлист с игрой Spells of Gold будет, как всегда, в описании. А с вами была Ингри Профессор. Всем пока!